Прыжки, бег, отжимания. В невероятно быстром темпе одно упражнение сменяет другое. Так у девчонок проходят ежедневные тренировки. Расслабляться нельзя. Даже несмотря на то, что последней поездкой в Адлер тренер Евгения Федорова осталась довольна. Ее воспитанницам наконец удалось взять реванш у своих постоянных соперниц – легкоатлеток из Архангельска. В младшей группе катлашанки завоевали бронзовые медали турнира. Они видят стимул того, ради чего они как бы устают на тренировках, прикладывают усилия больше потом. Вот. Есть стремление быть похожими на тех великих спортсменов, которые участвуют при открытии, закрытии соревнований. Легкоатлетическое многоборье в младшей группе на всероссийских соревнованиях традиционно включает в себя бег на 60 и 500 метров, прыжки в длину или высоту на выбор, метание снаряда, плюс эстафета. Кстати, именно в этой дисциплине наши девчонки показали себя с наилучшей стороны, заняв вторую строчку турнирной таблицы. Что касается личного первенства, здесь отличились 10-летняя Ксения Малых, она завоевала серебро в дистанции на 500 метров, и 14-летняя Надежда Лахтионова, она стала второй в метании снаряда. А еще по сумме всех четырех видов Надежда вошла в шестерку сильнейших юных легкоатлетов страны. За свои достижения катлашанки получили грамоты министра спорта России Виталия Мутко. Довольна то, что получила. Радость была, когда выходила на пьедестал. Волнения были перед стартом. Я стала лучшей в метании мяча, ну, снаряда. Я метнула 57 метров 69 сантиметров. Проиграла первое место всего 30 сантиметров. Ставит рекорды у воспитанниц Евгении Федоровой в крови. В свое время эти состязания стали взлетной полосой для других ее воспитанниц – Анны и Татьяны Балакшины, Ксении Задориной и Валерии Быковой. Сегодня эти спортсменки выступают в разных чемпионатах за нашу страну. Валерия совсем недавно вошла в состав сборной России по бобслею. Это моя воспитанница. Девочка была перворазрядницей в беге на 400 метров и прыжках в длину. Я ее передала тренеру в Вологду. Она продолжала заниматься там легкой атлетикой, но успеха как бы такого в результатах роста не было. Поэтому, когда обратились, что бобслей нуждается в легкоатлетах, Лера поехала, себя попробовала, у нее все получилось. И сейчас, когда ей делают комплименты заграничные тренера, которые работают с бобслеистами, тем более пилотом быть не так легко, то есть она молодец большая. Сейчас будет чемпионат России проходить, а потом она сборы полтора месяца в Австрии, и там чемпионат Европы. В составе команды она уже включена. Она скромничает, не говорит об этом. Что касается будущих звезд легкой атлетики, после недельного перерыва, который девчонки несомненно заслужили, школьницы усиленно тренируются. Ведь помимо множества мелких соревнований, впереди у них выступление на областном первенстве по легкой атлетике. Оно пройдет в феврале в Северодвинске.